мячом в центре поля владеет. С мячом Яс. Хороший пас. Это дело Денин. Яс по штрафную. Удар! И мяч от ног защитника Ломбердса влетает в ворота. Автогол, но в пользу Локомотива. Казалось, Владыгин отбивает этот мяч и набегает Ломбердс. И, увы, но радость для Локомотива. 1-0. Яс прекрасно сделал пас Майкону, и Майкон еще дальше пробил удар. Еще раз смотрим. Вот я с мячом. А начал комбинацию Денисов. Ну, как мог Ломбер снова убрать? Это же все происходит моментально. Не повезло «Зениту». 0-1. Помните, игра была со «Спартаком», Ломбердс отыграл грудью назад мяч, и мяч летел в пустые ворота. Ну что ж, интереснее будет, «Зенит» должен активизировать свои действия, и если говорить...